Здравствуйте, друзья. Начну с неприятного вопроса. Почему учащиеся русских классов 30-й школы в Херсоне вдруг начали петь на занятиях гимн Украины, хотя раньше подобная практика отсутствовала? Ответ будет, наверное, еще неприятнее, потому что Москва за 50 с лишним дней проведения военной операции на Украине не придумала ничего лучше, чем заявлять, специальная военная операция идет по плану. Как говорил в таких случаях капитан Дрожжин, это дерьмовый план. И вообще это не план, это анаша. И чтобы два раза не вставать в ту же тему, появилось фото ракетного крейсера «Москва» с креном на левый борт. Видно отсутствие моряков на борту, скорее всего, это на спокойной воде уже происходит незадолго до того, как был потоплен крейсер. Но суть в том, что «Сатурн» подсчитал, что в показанном ранее виде на построении экипажа крейсера «Москва» присутствует около 240 человек, при экипаже штатном около 510. Здесь нет большого секрета, но когда детонирует часть боезапаса на корабле, погибших, как правило, десятки. И, очевидно, есть сотни раненых, которые не присутствуют на построении. Ну, так надо было прямо и честно об этом рассказать, чтобы не плодить домыслы и, бог знает, какие-то догадки и сюрпризы. Наши непартнеры по ту сторону мушки, например, постоянно лгут и постоянно садятся в лужу. Ну, вот вы их командующих видели, на вот этом фото Ржевский молчать, это замминистра обороны Ганна Маляр. Цитирую сказанное ей. «Российская армия не торопится начать наступление на Донбассе, пытаясь как следует приготовиться. То есть они готовы, но им не удается начать второй агрессивный этап, потому что ВСУ их сдерживает». Вот, расценивайте как хотите. А вообще в генштабе ВСУ кукушка окончательно сбрендила. Еще одна цитата. «В Мариуполе противник наносит авиаудары и проводит штурм в районе морского порта. Не исключена высадка морского десанта». Кто это придумал и зачем, я не знаю. Звучит более чем бредово. Ну, там с логикой вообще-то у всех напряг, включая западных партнеров Киева. Киевскому режиму нужно больше оружия, иначе Запад столкнется с проблемой голода, предупреждает министр сельского хозяйства Германии Озимир. Но как раз Запад с проблемой голода не столкнется в любом случае, потому что у них есть деньги и силы для того, чтобы снабжать себя продовольствием в любых количествах. А вот более бедные страны, зависимые от них, действительно будут голодать. Еще одна цитата. «Горькие цифры для канцлера Шольца. Недовольство им достигло рекорда. Согласно результатам опроса, работой канцлера недовольны 49% немцев, довольны только 38%. Это худший результат за время его работы. Но он работал непродолжительное время, поэтому эти цифры еще достаточно высоки. Худшее для него впереди». Хотите еще немного маразма? Премьер-министр Италии Марио Драги в интервью «Карьера дель Сера» заявил, цитата, «Итальянское предложение о потолке цены на российский газ набирает поддержку и будет обсуждаться на следующем заседании Евросовета. Европа покупает больше половины газа, экспортируемого Россией. Рыночная власть ЕС по отношению к Москве – это оружие, которое нужно использовать. Ограничение цены на газ сокращает финансирование, которое мы даем России каждый день». Я, к сожалению, вынужден поправить итальянца, что, во-первых, рыночная цена определяется не решениями Евросовета, а решениями рынка. А во-вторых, в данном случае здесь нет никакой проблемы. Вы не хотите покупать по этой цене, можете не покупать его вообще. Ну, бог с ними, с сосисками и макаронами, поговорим о войне. Начнем с фото, дающего представление о том, какой расход боеприпасов нужен для уничтожения одного единственного взводного опорного пункта. Это к тому, что американцы дали 40 тысяч снарядов Киеву, 18 гаубиц, считают, что этого хватит на неделю. Этого хватит на неделю активных боев только в одном отдельно взятом Авдеевском районе ведения боевых действий. Ну и Институт изучения войны в США показал, как изменилась ситуация к 17 апреля на Азовстале. Достаточно убедительно. А кто-то говорит о высадке морского десанта и штурме с моря. Между тем, в Мариуполе на Азовстале сейчас добивают где-то пару тысяч остатков азовцев, других националистических формирований, 36-й бригады и порядка 400 иноземных наемников. Но об этом свидетельствуют показания пленных. А еще одна группа из 25 морских пехотинцев 36-й бригады сдалась под Мариуполем в поселке Володарское. Они сумели туда прорваться из окружения, мы рассказывали о том, что ищут по Мариуполю остатки. Ну вот эти сумели уйти до Володарского, но там были обнаружены и сдались без боя.
На других направлениях украинские источники сообщают о занятии вооруженными силами России нескольких поселков вокруг Гуляйполя. Говорят о том, что началась операция. Думаю, что она не началась, это, собственно говоря, мелкое продвижение на месте, связанное с уничтожением гуляйпольской группировки. А говоря от оккупированных районов ЛНР заявила о том, что российские войска зашли в Кременную, и там начинаются уличные бои. Между тем, в Харькове снесли памятник Жукову. Во Львове уничтожили всесветскую символику на Аллее Славы, причем особо не церемонясь. А память о Великой Отечественной войне они уничтожают с большим энтузиазмом, видимо, застоялись, надоело им терпеть и изображать себя не нацистов и наследников героев Великой Отечественной, а теперь они уже не скрываясь уничтожают все, до чего могут дотянуться. Принципиально иначе действуют на занятых вооруженными силами России территориях. В Бердянске только к исходу второго месяца удосужились снести трезуб со здания администрации, причем сделать достаточно аккуратно. Ну, хорошо, хоть, по крайней мере, сейчас начали заниматься. Ну, самый свежий анекдот из «The Clone». Он повысил в звании командующего унитазным флотом с неприличной фамилией «Не ешь папу» до звания вице-адмирала. Ну, видимо, отсутствие флота Зеленского совсем не смущает. И чтобы два раза не вставать, 50 миллиардов долларов просят киевский режим у стран Большой Семерки и МВФ. Об этом сообщил советник Зеленского Устенко в эфире проходящего в Киеве телемарафона и уточнил, что этих денег, 50 миллиардов Киеву необходимо на полгода. Тогда все потребности будут удовлетворены. Ну, я напомню, что бюджет, годовой бюджет Украины до войны составлял порядка 36 миллиардов долларов. Теперь они хотят получить 50 только на полгода. В общем, аппетит приходит во время еды. И, видимо, даже того оружия, которое на миллиарды и миллиарды долларов поставлено, им не хватает. Им еще и денежек нужно. На этом пока все новости на этот час. Всего вам доброго. До свидания.